Впервые Юргу встретил слушателей президентской программы подготовки управленческих кадров в 2000 году. И вот уже на протяжении 20 лет наш вуз выпускает квалифицированных специалистов. Этот год не стал исключением. 34 выпускника получили свои дипломы. На церемонии присутствовали не только выпускники программы, но и руководители, менеджеры предприятий, а также часть преподавательского состава. Всегда выпускники были особенными для нас, потому что вкладывалось всегда очень много усилий, очень много труда, стараний в то, чтобы они получили максимально полезную информацию для того, чтобы развивать свой бизнес, чтобы поднимать в целом экономику Челябинской области. Год был действительно уникальный, отмечает директор MBA-центра ЮРГУ Ирина Дергалева. В январе вуз прошел конкурсный отбор образовательных учреждений по президентской программе. А это значит, что до 2025 года в стенах нашего университета будут выпускаться новые кадры по двум направлениям – стратегический менеджмент и управление проектами на предприятиях. Конечно, этот год еще уникален тем, что, видите, была пандемия, и мы вынуждены были стартовать, начиная с дистанционного курса. А для всей бизнес-программы, да, самое главное, это же бич-маркетинг, да, это обмен опытом, вот это групповая всегда работа, активные формы обучения. А здесь мы были как бы зажаты рамками дистанционного образования, но у нас, как показала практика, очень хорошая система в Южно-Уральском госуниверситете. У нас очень хорошие преподаватели, которые быстренько сориентировались, которые вот использовали различные вот такие инструменты, которые позволяют делать дистанционную ЮРГУ, но там еще из других программ, и все это внедряют на наши программы. В ходе успешной реализации программы в ЮРГУ прошли обучение около 1000 руководителей различного уровня управления Челябинской и Челябинской области. Кроме дипломов, выпускники получили также грамоты правительства региона. ПАО УМК направили меня на данное обучение, на данную программу. Программа была достаточно тяжелой, интересной. Было много, на самом деле, открытий в плане в ходе обучения. Вот, познал, наверное, много новых моделей. Рад слышать теплые слова от преподавательского состава, которые нас все это время обучали, нас вели к этому завершению. Ну и очень рад, то, что получил такую дополнительную как бы награду в виде почетной грамоты, то, что был успешно защитил свой проект. Отметим, что по окончанию программы некоторые выпускники получают возможность поехать на зарубежную стажировку с принимающей стороны.